Что, сына, пойдем погуляем? Конечно, люблю приключения. Погнали, давай посмотрим, как оно там сверху смотрится. Помнишь, для чего вот эти дырки? Ну, их можно использовать как сортир. Ну. А еще возле них есть слуховые трубки. Ладно, пойдем. Не, на самом деле, сюда усаживается пехотинец во время обстрела, чтобы его не убило. Прячется стрелок. А стреляет из-за бруствера. И вот туда обстреливает позиции вражеские. Враг нападает, да. Со стороны моря. Да. Ну, пойдем посмотрим. Вот здесь вот главный калибр стоял, пушки. Да. Вот так. Смотрите, тут даже осталась бетонная плита, на которой пушка стоит. Да, ну с учетом, что внизу пороховой погреб, это, конечно, здоровенное сооружение, да? Пойдем попробуем внутрь попасть. Давай. Да, Паш. Если дырок, через которые можно попасть в этот мир, так, во. Пойдем в казематы. Сейчас фонаря включим и пойдем. Так. Тут у нас завалы. Да, сейчас включим. Только осторожно, смотри под ноги. Да, тут дыры бывают часто. Так, ну это правая галерея. Не так интересно. Пойдем вот сюда. Там есть проход к пороховым погребам. Иди чуть-чуть. Да, иди, а то тебя не видно в кадре. Так, что тут? Да, можно. Так, ну вот и двери. Ну-ка. Да, дверь вынесли. Ну-ка посмотрим, что здесь. Если вот тут летучие мышки. Да, возможно. Возможно, здесь летучие мыши. Только на крыльях сидят. Здесь вода. Ну-ка. Я попробую. Ну-ка. Ну, не видно слов, наверное. Летучая мышка улетела. Да. Пойдем посмотрим, что там есть дальше. Осторожно, ступени. Так. Ну, это посты. Здесь прятались бойцы, если вдруг нападение происходило. А ну-ка спрячься сюда. Спрячься. Вот так, во. И спрятался, исчез в стене. Выходи из стены. Ага. Ну, сюда немцы никогда не приезжали, а вот японцы, да. Японцы. Так, ну вот тут. А тут дверь сохранилась. Иконостас. Нет, сынок, это не дверь. Это иконостас. Здесь икона была. И она даже, возможно, есть. Такая старая, старинная. А икона чего тут уже? Ну, хранителя этой оборонительной системы. Ну что, вниз пойдем к погребам? Да. Погнали. Пока фонарик не сел. Иди вперед. Нам хватит, чтобы дойти, а вот хватит ли, чтобы вернуться, это неизвестно. Папа, не говори так. Под ноги смотри, сынок, осторожно. Я люблю. Почему это траншея? Это не траншея, сынок, это восточный желоб. Вот мы идем, сейчас здесь пол разобрали, поэтому можно вот провалиться ногами сюда. Вот. А так по нему стекала вода, и мы бы шли только по суху. Вода стекает и уходит по склону. И поэтому в каземате всегда сухо и чисто. Голова с ними не заводится. Так, ну вот, мы дошли до нижнего оборонительного яруса. Тут тоже есть такая же система, чтобы мог спрятаться боец. И даже не один боец. Да, и даже не один боец. Вот, и поворот. Обязательно в таких системах есть повороты, чтобы можно было коридоры оборонять. Теперь смотри внимательно, не упади. Тут вот эти штуки,
глубокие, но это как раз накатыки для воды, на самом деле, сверху был пол. То есть раньше вот этой дырки не было видно, да, перешагивая аккуратно. И пойдем к бойницам. Да, вот солнце, это бойница. Ну, это уже люди современные подписали. Так, ладно, осторожно. Смотри. Да, будет ой-ой-ой. Ну-ка подойди, чтобы размер колодца можно было увидеть туда. Там уже дно видно. Да, там уже дно видно. Только сейчас, подожди. Вот так, чтобы тебя было видно. А вот так вот без фонаря совсем темно. Да, без фонаря тут делать нечего. Сейчас мы выглянем вот такой вот створ, да, и бойница. Очень бронированная, бетонированная. Вот она выглядывает туда, откуда вражеская пехота японская могла штурмовать вот тот склон. И отсюда из крупнокалиберных пулеметов и из пушек их можно было сколько колодцев. А вот вентиляция, она забита уже, закопана. Так, ну и все, вот мы дошли до конца нижней оборонительной галереи и уходим отсюда. Погнали. Только теперь шагай побыстрее, чтобы не кончился заряд нашего фонаря. Но в ямы постарайся не упасть. Все видно, да? Все видно, иди, перепрыгивай, хорошо. Молодец, через пропасть перепрыгнули. Погнали. Что, сынок, кажись, пришли? Давай. Надеюсь, мы не заблудимся. Вперед, веди нас. Ой, вот какую-то территорию зашли. Смотри, тут ступени какие-то идут вверх. Ужас. О, я вижу свет в конце тоннеля. Ура! Ну вот мы и вышли из подземелья. Еще? Ну-ка, давай зайдем. Посмотрим, что это. Это что еще? Ух ты! Смотри, там что-то неизведанное. А ну-ка. Давай посмотрим. Вон бабочки на зиму. Ага. Их тут много. Мыши не видать. Смотри, сколько бабочек много. Да. Так, ну пойдем посмотрим. Если бабочек много, то, наверное, и мыши тоже. Так, осторожно, сынок. Тут очень высокие ступени. Спускайся. Ой, они высокие. Так. Тут это, сынок, пороховой погреб. Да, мы сейчас подойдем к подъемнику, по которому снаряды поднимались. Иди вот в ту сторону, чтобы тебя было видно, вон туда, поворачивай эту дверь. Да. Да, это скрытая казарма и пороховой склад. Да. А вот подъемник, вот здесь вот подъемник был для снарядов. Вот там вверху отверстие, мы потом к нему подойдем. Да, а ну-ка, что здесь? А это, похоже, истопная камера. Ага. А это что за веточка? Ну, веточка трава. Надо же было отапливать это помещение. О. Ну все, выходим отсюда. И первозакрыватели. Нет, сынок, это все открыли и построили до нас. Так что не будем присваивать себе лавры первенства, как этот сделал Америка Веспуччи и Колумб. Это вот дымоход, скорее всего. Да. А вон там вот подъемник для снарядов. Вон этот люк металлический, смотри. Ну, люк уже украли. Осталось только отверстие. И вот отсюда снаряды подымали. Ага. Ну все. Пойдем. Даже знаешь, где мы? Нет, не знаешь?